Я Пупков Сергей, администрация района, с полицией приехала здесь все ломать. Скажите, а кто распорядился все ломать здесь? Кто распорядился здесь строить? Не, ну, строить-то не ломать. А кто это строил? Я здесь строил. А на каком основании? А на каком основании вы ломаете? Не, на каком основании вы строите? На каком основании ломаете? Да я что здесь построил? Я ничего здесь не построил-то. Ломать-то зачем? Я вам еще раз говорю, что у вас есть разрешение? Нет у меня разрешения. Здесь никакого строительства нету. В аренде земля? Здесь никакого строительства нету. В аренде земля? Я делаю уборку здесь территории. Вы видите, мы убрали. Все, чистота, порядок. Вы здесь гадить приехали, ломать все здесь. Зачем вам это надо? Убойтесь Бога. У вас в аренде земля находится? Людоеды. Эту землю в аренду никто не сдает, вы это прекрасно знаете. И никогда ее землю не сдают ни себе, ни людям. Были слушания, эту землю никто не давать и ни в аренду ничего не будет. Зачем ломать? Езжайте с Богом, не ломайте. Какое обращение? Не обращайте на эти внимание обращение. Это разрушители России. Фашисты. Был 9 мая, праздник. Только ломать и строить. Где вы были, когда кто-то еще строил? Никого не было, только ломать можете. Дали вам распоряжение, езжайте. С Богом. И не надо ломать здесь ничего. Кто дал распоряжение ломать? Фамилия, имя, отчество? Ломать приехали. Сейчас народ приедет, не даст здесь ничего ломать. Для нас земля не в аренде. Деньги вам все надо. Я бы, да, платил бы аренду, да некому платить аренду-то. Не дают. Приехать, сломать все, это у нас в России всегда так. Распорядились. Один идиот позвонил, пожалуйста, другие идиоты приехали, сломали. А сделать палец о палец ничего нету. Иди сюда. Я вас не оскорбляю. Ко мне. Не надо ничего ломать, я вас прошу. Не надо ломать. Не надо ломать. Вы это не строили, не надо ломать. Вы что делаете? Фашисты. Вы что творите-то? Бессовестно. Ну зачем вы это делаете? Безбожники. Идиоты. Вот такая власть у нас в Алтайском крае. То ломать только, все.
Иди ко мне. Иди. Фашисты так не делали, как вы делаете. У своих же свои вы ломаете. Идиотизм. Джесси! Иди ко мне! Фу! Иди ко мне! Иди ко мне! Ко мне! Ну не ломайте, ну не ломайте, ну зачем вы это делаете? Ну чё, ну ты же мужик, ты русский, ты чё делаешь? Ну ты смотри, что он делает. Вы хуже фашистов, вы чё делаете-то? Я вас посажу нафиг всех, вы чё, блин, ребята, ну делаете-то? Ну отойдите, ну, я отойду, ну зачем это делать-то? Ну. Администрация. Да что с вами разбираться-то? Джесси! Испугались лабрадора, блин. Ко мне! Ты задави сейчас ее нафиг. Ко мне! Она огорожена была, бегала, никому не мешала. Вы приехали, все сломали. Подожди, дай я ее привяжу. Фу! Иди ко мне. Фу! Джесси, иди ко мне. Да ломать и срать только, блин. Иди гуляй. Фашисты. Самые настоящие фашисты. А что это? Администрация. Дала указание. Сломать? Сломать, да. И что, они все это будут разламывать? Ну, конечно.